Сегодня необычное такое видео. Сейчас у меня уже время 11 часов почти. Сегодня я получил посылочку. Сегодня у меня какое число-то? 12 мая, 20 числа. Андрей, мой подписчик из города Гамбурга, прислал мне в Калининград вот эту посылочку. Коробочку я еще не вскрывал. Андрей сказал, что лучше, конечно, вскрывать с ребенком, но ребенок уже спит, поэтому я по-тихому начну вскрытие. Хочу сказать, что это уже вторая посылочка, которую мне Андрей присылает. Первую. Япономать. Я уже вижу, что он прислал опять перчатки. Узнал, что мне они очень понравились. Это вообще офигенные перчатки. В прошлой посылочке она пришла у меня как раз перед Новым годом. И это было вообще очень вовремя. Да, тут я так смотрю, и мобил он наложил. В этот раз перчаточек поменьше. И это какие-то другие, это легкие. Это легче гораздо. Это, походу, как летний вариант. Они легкие. Те, которые он присылал до этого, они были толще. Они такие дубовые были, а эти мягенькие. Ну, те на зиму, а это, ну, сейчас же лето будет. Это вообще самое то. Андрей, вообще спасибо, вообще уважуха. Хочу сказать, что разница вот именно в том, как они цепляются за коробки. А как мы знаем, ну, я говорил уже на канале, что я решил заняться коробочками. И очень удобно вот даже вот в перчатках вот так брать коробку. Она без... Рукой так не возьмешь. В перчатке получается. Так. Это явно плата от какого-то телека. Скорее всего, сервер какой-то. Нормально. Три мостика. Это жир. Но чипов тут достаточно. Так, мы сейчас так вот положим перчаточки, чтобы платки ложились не на стол. Это я вообще первый раз такое вижу. Это, скорее всего, от какого-то ноутбука. Да, танталовых кондеров куча. И здесь. Вот хорошие детальки. Такой микромостик. И с этой стороны. О, вообще песня. Здесь как бы пару чипов больших. Ну, тоже неплохо пойдет. Что это у нас? Здесь не видно. А это 4-гиговая планка оперативной памяти. Нормально. Так она... Ну, только если мертвая, она интересная. Ее в разбор пустить. А так, может, еще поработает. Это у нас для какого-то устройства. Я даже первый раз такое вижу. Ну да ладно. А, кстати, не знаю, фокус там был. Nokia. Какой старенький телефончик. 99 евро. Прикол. О, еще одна. Только цветом отличается. Ёкарасоте, что я там вижу? Там сладкого куча. О, кто-то мостик так ободрал, интересно. А может, это он взорвался? Мы не знаем. Ламелька. Интересно, я такую еще не видел. Чтобы вот такой писюнец был. Здесь у нас
Под термопрокладками чипы стоят. Тоже прикольно. Скорее всего, это от телевизора какого-то. Явно. А может, я ошибаюсь. Это от какой? От видео... Ой, от магнитолы. Разъемчик интересный. Хотел сказать, под старый винт, но что-то широковат. Ну, не знаю, что это такое. Что у нас здесь? Здесь у нас... На мониторы не похоже. Ну, какая-то подсветка под... Подсветка в какое-то устройство, типа мобильника. Тоже сгодится. Микрофончики. Кнопочки. Это ж кто-то покупал. Для чего-то? Что это такое за разъемы? Ну, такие они, конечно, как говорят разные ютуберы, бедноватенькие, но что имеем, то и вводим, так сказать. Тоже разъемы. О, это вообще нулячие разъемы. Это, наверное, все уже от старых мобильников, вибрики эти. Да, экранчики старые. Слоты под сим-карты. Как будто ограбил какую-то мастерскую. Камера. Клавиатура. Так, оперативочки пошли. Оперативочки. 8-гиговая. И что она? Походу мертвая, значит. И смысл ее в переработку пускать. 1 гигабайт DDR400. Вот это вот уже старье. Это тоже старье. Так, эти пока отложим в сторонку. Плата с какого-то жесткого. Тоже непонятно, какая-то с мониторчика похожа. Да, вот эта доча будет рада. Почему только вскрытая? Ну, может быть, проверяли при упаковке, что там есть что-нибудь запрещенное или нет. Пустая. По весу чувствуется, что аккумулятора там нету. Да, тут какое-то заманулово. Интересная штуковина. Еще одна. Так, ладно, с этим я потом разберусь. Мобилы. Семёныч. Странно, почему у них экраны какие-то, ну, что-то вставлено под экран. И здесь тоже, как будто она живая. Здесь. Ничего себе, вообще, это аппараты. €39. Кстати говоря, ойра, так правильно говорить про еврики. О, мамочка какая-то. Повреждена. Пины эти повреждены. Так. О, пошли материнки с этих, с ноутбуков. Как бы все прикольно. Будем снимать все. Еще. Зоб-части, сломано все. А это, я так понимаю, с этих датчики пожарной сигнализации. По форме они круглые. Ага, они вот как-то должны коннектиться. Вот типа как вот так, друг напротив друга. Все позолоченное. Меленько, конечно, но позолочено. О, перчатки снова пошли. Знаете, ребят, я так смотрю, что я больше радуюсь перчаткам. Честно вам сказать.
Еще одна пара. И конфетки. Мячики какие-то. Отлично. Саша будет довольна. Еще 4 гига. Вот, смотрите, какая даже микрушка. Типа как Савдепия. Неужели это 87-го года? Интересные какие-то четырехконтактные коробочки. Супер! Так, что вот это такое? Нифига себе, пивная кружка. Пивная кружка. Вот это, я так смотрю, Андрей поглядел видосик, где я пивко потягиваю. Ух ты, тут всякая мелочевка, всякие эти заводские, нулячие, всякие девайсы. Я не буду там, это мелочевка, это каждую там надо просматривать. А кружечка Байерн, я думаю, я правильно прочитал. Супер, вот будет с чего пивко подтягивать. Ну, все-таки бутылка это не то в кадре. Будем пивко подтягивать, так сказать, с хорошей посуды. Что это у нас? Это у нас Intel Core i5. Я так подозреваю, что он мертвый, потому что тут кондеры сбитые. Угу. 3 штуки поврежденные. Ну, это, наверное, тут уже она когда болталась. Так, еще. Ага, во как тут. Тут даже припаяно, оборвано. Так, главное, чтобы ничего не завалилось. Ну, конфетки. Блин, на целый день эта посылка в жаре была. Конфетки не испортились. Еще одно яйцо. Вот это, да. О, его чуть-чуть сжало, но это мелочи. Офигеть, вот это, да. Вот это, да. Вот это шоколад. Еще шоколад. Наверное, Андрей хочет, чтобы я своему ребенку помог. Еще конфетки. Вообще, Андрей просто хочет, чтобы у моего ребенка что-то склеилось. Так, а что вот это такое? Это просто пакет внизу лежит, да? Сидюк какой-то был разобран. Здесь все поснято. Вот желтые контакты. Отлично, хорошая релюшка. И здесь еще надо будет посмотреть. Вот такая платка. Ну, она медью, конечно, выполнена. На сидюке как бы. О, соневские. Вот это хороший, хороший чипик. Вот они пошли с мониторов. Телевизоров платы. Здесь у нас что? Фигня. Можно все пободрать. Платки позолоченные. Будем их отмывать. Отлично. Так, еще пара перчаток. Сколько уже получается? 4 пары, да? Или не, или 5? 5 пар. Я офигею вообще, это мне до конца года этих перчаток хватит. Просто вообще зачет. Я уже пообещал Павлу одну пару немецких перчаток. Но Павел в этом году в отпуск не приехал. Ну и вот еще одна материночка. Все, больше нема.
Ну, гансовский пакет. Вот такая вот посылочка мне приехала. Сейчас я вкладки сыплю обратно. И буду сидеть неделю это крутить. Честно вам скажу. Мелочевки здесь много. Вот такой вот видосик получается. Я думаю, что я его сразу одним кадром, наверное, выложу. Это все сложим обратно. Вообще песня, песня. Андрей, огромное тебе спасибо. Ребята, я надеюсь, надо 2 лайка поставить Андрею под это видео. Здесь ничего не спряталось. Мало ли что-то такое. Тут такое маленькое, но такое суперское. Может быть. Кнопочки. А, это, наверное. А, это микрофоны. Это тоже, по идее. Не, это динамики, а это микрофоны. Разъемы еще. С каждого пакетика это все. Только вот достать с каждого пакетика это полдня, короче. Офигеть. Офигеть, просто офигеть. Откуда это выпало? Пойдет. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Пора ложиться спать. Завтра это буду разгребать.